Вы смотрите канал CryptoDealers. Подпишись прямо сейчас, чтобы не проспать To The Moon. Chainpoint 2019. Главная криптоконференция на Кавказе. Канал CryptoDealers рад представить вам ключевых спикеров предстоящей международной конференции Chainpoint 2019, организованной Армянской ассоциацией блокчейна NUR, которая пройдет в Ереване, Армения 14 и 15 октября. Chainpoint 2019 – главная криптоконференция на Кавказе, и канал CryptoDealers выступает официальным медиапартнером данного события. Мероприятие соберет в инновационном центре региона, Ереване, более 500 участников из более чем 40 стран. Chainpoint – одна из самых значимых конференций в регионе, которая призвана продемонстрировать возможности для бизнеса в региональной технологической экосистеме, объединяя глобальных специалистов блокчейна и создавая платформу для продуктивного диалога, обмена передовым опытом и заключения выгодных сделок. Не оставив никого равнодушными в прошлом году, Chainpoint 19 возвращается с новыми и более грандиозными идеями, чтобы повторить и приумножить свой успех. В этом году конференция примет более 500 делегатов и более 50 спикеров. Являясь площадкой, где руководители ведущих компаний в сфере собираются и обсуждают реальные вызовы и возможности, Chainpoint – это хороший шанс, чтобы открыть для себя новые рынки и установить долгосрочные партнерства. Исключительная возможность нетворкинга с высокопоставленными лицами и ведущими представителями отрасли, освещение в СМИ, знакомство с партнерами NUR со всего мира, уникальная культурная программа. Все это ждет вас во время Chainpoint 19. Армения стала центром для технологий будущего, успешных технологических компаний и стартапов, которые выходят на мировой рынок, заявляя об инновационном и технологическом потенциале нации. Находясь в постоянной синхронизации с инновационными разработками мира, Армения задает новую волну технологического роста, уделяя особое внимание технологиям будущего. Стоит ли отметить, что к концу года в стране, вероятно, вступит в действие одна из самых привлекательных юрисдикций для индустрии? Насыщенная программа Chainpoint 19 охватит дискуссии вокруг самых горячих тенденций, таких как цифровая экономика, финтех, токенизация, криптовалюты, стейблкоины, DAO, DEX, искусственный интеллект, интернет вещей, кибербезопасность и намного больше. Академическую часть дополнит культурная программа, которая представит участникам истинный колорит Армении. В этом году среди спикеров конференции будет Стефан Раст, генеральный директор и CEO Bitcoin.com, который поделится стратегией, как заработать деньги на всех в течение огромного периода перемен. Кроме этого, на мероприятии с программной речью выступит глобальный посол The Bitfury Group Марк Тавернер. Марк занимал руководящие должности по продажам во многих ведущих технологических компаниях, включая крупнейшего в мире поставщика услуг унифицированных коммуникаций и лидеров рынка решений для образовательных технологий. На конференции Chainpoint 2019 он расскажет о применении блокчейна в госсекторе. Также среди спикеров будут хорошо знакомые зрителям нашего канала лидеры криптоиндустрии. Основатель Distributed Lab Павел Кравченко, President Association Blockchain Georgia Вано Нариманидзе, основатель и CEO Remmy Саша Момот, управляющий партнер Юскутум Артем Афян. Откроется конференция панельной дискуссии с участием министра экономики Армении Тиграна Хачатряна. А завершится все стартап-баттлом, призовой фонд которого составит $350 000. Поторопитесь и забронируйте билеты, чтобы не упустить эту прекрасную возможность стать частью самого значимого события на Кавказе. Увидимся на Chainpoint 19 14 и 15 октября в Ереване. Ссылка на сайт мероприятия в описании к выпуску.